Южненская байдарочница Анастасия Тодорова по итогам Кубка Украины памяти Юлии Рябчинской завоевала право участия в Олимпийских играх 2020. Это четвертый олимпиец из Одесской области на играх в Токио после мастера стендовой стрельбы Ирины Маловичко, тяжелоатлетки Анастасии Лысенко и каратистки Анжелики Терлюги. 27-летняя спортсменка, выпускница Международного гуманитарного университета, представляет физкультурно-спортивный клуб «Химик». Завоевала это право по итогам выступления на дистанциях 500 метров и 200 метров. В первом из видов она показала второй результат. В спринте завоевала бронзовую медаль, что в сумме принесло ей второй суммарный результат – 2 минуты 43,9 секунды. Право участия в Олимпийских играх также завоевали еще 4 спортсменки, вошедшие в пятерку лучших по этому показателю – Мария Пох, Людмила Куклиновская, Юлия Юричук, Мария Кичасова-Скорик. Напомню, 5 лет назад на играх в Рио-де-Жанейро Тодорова дважды финишировала четвертой. Вчера был волнительный день, и я, конечно, на финише просто рада была, что этот день закончился, и что он удачно закончился. Сегодня спокойнее, и главное было как раз подойти спокойно и сделать просто свою работу, стартануть и доехать до финиша. Меня окружает большая команда, и это спорт, клуб «Динамо», это ФСК «Химик», Сергей Александрович Чернышов. Это родные и близкие, конечно же, тренера. Весь штаб сборной Украины, это тренера, массажисты, это медперсонал. Они все приложили вклад, усилия в наш сегодняшний результат.